Наконец! Сейчас. А этого деда я увидел тут, а? Сейчас я тут нарублю. Говорю, добрый день! Так. Так сказал бедняк. Слава Христу. Ага, добрый день, дед. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да мне это не пугает, брат, мне не пугает. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Смотрите, часто смотрю ваш канал в Ютубе. Думаю, интересно с дедом пообщаться вживую. Вот и позвонил вам. Смотрю ваш канал. Вы слышите, что я говорю или нет? Слышу, я слушаю. Дальше говорите. А ваш... жизни в Потеряевке, что вы там, огороды, пароходы, куры, гуси, овцы, коровы. Интересно наблюдать за жизнью в деревне. Но не бритый, видите, вам это как бы по-христиански. То есть не этот, как вы говорите, под юпочник или как? Под каблучник. А? Подкаблучник, не под бороды. Не. Не подкаблучник, это однозначно. Тут даже, и даже если бы без бороды был, все равно не подкаблучник. Ну да. Нормальный мужик, дед, нормальный. И что вы сейчас, приехали в Барнаул, да? Да. Понятно. 10 октября мы здесь. Да я смотрел. Привезли с собой целую машину еды, так что можно полгода питаться, не думая ни о чем. Да, дед? Да. Слышь, а Володя работает или он работает за деньги или бесплатно, за пирожки, грубо говоря? Да. Сейчас, минутку, подождите. Так, пишу, пожалуйста. Говори. С миром. А. Ну, немножко, давай, говори. Сейчас, подождите. А я не спешу, ну, дед. Давай. Понял, я помолюсь, у меня... Хорошо, я понял. Сейчас только кончим разговаривать, я встану на молитву сразу. О! С Богом. Все серьезно, дед. Все серьезно. Тут непрерывно звонят с Америки, с Канады, с Австралии, чтобы... А, я знаю, ты, дед, слышь, ты, дед, популярный в интернете, да. Ну, она, видите, вы помолились, а лежали больной, и говорит, она встала, операция правильная. Я откуда знаю-то? Я прошу воли Божьей-то. Нет, вот вы помолились только, из Германии звонят. Я откуда знаю, прощу? Я не врач. Да я понял. Я понял. Смотри, я, в принципе, как бы тоже, ну, верующий, но не до фанатизма, говорю сразу, понял? До фанатизма. Плохо. То есть я верю в Бога. Молюсь, прошу здоровья себе, близким, каждый день, но не до фанатизма. Вот этих поклонов каждый час, там, такого, конечно, у меня нету. Это я говорю, правильно, неправильно, не знаю, но такого нету. А что слово фанатизм у вас означает? Ну, потому что вы, может, отдаетесь Богу полностью. Как бы отдаете ему жизнь. У меня как бы такого, грубо говоря, нету. Ну как бы так. Знаете, раньше был фильм «Ленин в октябре». Это я еще раньше смотрел. И когда жандарм спрашивает Марию Ильиничну и говорит, ваш брат фанатик, она говорит, да, готовый умереть за свою идею. Вот что означает фанатизм. Без этого никак нельзя. Игнатий, вы поняли, о чем я говорю? Я понял. Я это понимаю как бы по-своему, что я верю, но не как вы. Ну, то есть, у меня нету такого прямо трепета к этому. Ну, как бы, я верю в Бога, что есть над нами какие-то силы. Бог это, ну, Бог примерно, да, Иисус Христос. Вот так, ты понял. В церковь ходите? В
Нет, я честно говорю, там делать нечего. Знаете, там одни бандиты работают, понимаешь? Не надо так, не надо. Где-то, бандиты? Где-то вы есть посмотрите, бандиты, а где-то как они живут. Они живут за счет этих прихожан, они обогащаются. Это бандюки самые настоящие. Мое мнение, никто не переубедит меня, дед, никто. Вот у нас мой брат священник-то. У нас нету ни за свечи. А я знаю, да. Ну, у него холоста вещи, он живет, а жена агроном. Я за своего брата все знаю. Я говорю, это единицы таких. В основном это мафия церковная. Мафия, бандюки. Они крышуют бизнес, бандитов и то, все остальное. Вы что, не знаете об этом или что? Я не понял. Зачем сейчас пить хотите? Ну, пью чай. Не надо, на людях не надо пить. Нельзя. А как вы на людях едите, дед Игнатий? Но это ролик, когда спрашивают где-то. А есть, время, можно когда пить. Разговариваем, я никогда не пью. Вот я, допустим, в 5 университетах вел занятия, 2-часовые. Я не разрешаю стакан даже ставить, это неприлично. Табу. Дед Игнатий, подожди. Я согласен, может это неприлично, согласен. А картошку есть в прямом эфире прилично? Ну, понятно, что... Что есть? Ну, картошку в мундирах. Ну, вы едите. Люди звонят, покажите, как у вас завтрак, что на это идет. Люди ничего не знают. Мы молимся. Ну, вы что это делаете? А если это неприлично, как вы говорите, то вы не делаете этого. Нет, не тут, надо тут тоже... Не обед, тут не обед. Мы просто сидим. Вот я был в чате рулетки. Непрерывно пьют и пьют. Через одну минуту опять хлебают. Это гиенская боль блуда пытаются залить. Я тебе с тобой согласен, что это неприлично. Ну тогда и ты веди себя в скайпе прилично. Знаете, и... У апостола Якова написано в Библии, бесы веруют и трепещут. То есть, а человек хуже бесов, он верит и не трепещет, что ждет его. Вот Давид говорит, 118 Псалом, 164 стих, «Семикратно в день прославляю тебя, по суду правды твоей». А зачем? Зачем? Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, за все благодарите. А просто я признаю, и ничего нету, нет, ты должен... Апостол Павел говорит, многие бегут на ристалище, на стадионе, но один получает награду, один. Итак, бегите, чтобы получить. Понял. Это не это просто я так. Случайно, смотри. Это я еще случайно позвонил на скайпе, аж удивительно, что ты подключился. Обычно я звонил, то есть с тобой надо чуть не по записи, как доктору. Я только что хочу разговаривать. Видите, непрерывно звонят, непрерывно в интернете. Я встаю 1:30 ночи. И уже не ложусь. А остальные встают 4:40. У меня огромная почта. По просмотров на моем ютубе 42 миллиона. А что тебе, хватает времени нормально выспаться? Ну, смотри, для нормального сна надо 7-8 часов. И получается... Нет, миленький мой, никак. Я все время сокращал и сокращал. У меня вышел сон 2,5 часа. Так это плохо. Один сон. Да что вы знаете, плохо. Леонардо да Винчи спал 2,5 часа. Я говорю, кто? Елизаров, Костик, который жил, 3 часа спал. Так человек может потеряться, а он уже... Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Что-то застряло. Что-то застряло. Так, сейчас что-то у вас тормозит. Да зависает интернет. Тормозит сильно. Знаете, ну надо спать тоже, но я считаю... Вам сколько лет? Лет сколько? Опять затормозилось. А сколько они живут? У меня 81-й год. Повторяю, нет, я ни одной таблетки не съел. Какое здоровье-то, когда у меня все целое? Так я бы когда успел это сделать... Ты же говорил, у тебя позвоночник 5 протрузий и 10 грыж. Да. Это одна... А как же ты с такими протрузиями и грыжами тягаешь такие баулы? Потому что вот несем до огромной рельсы. Они раз там это присели на ямке, а все должится на одного. Я не могу бросить поступить, как они. Я же не один работаю, а нас работают. Нет, ну я знаю, у тебя должно быть постоянно, ты должен испытывать боль в пояснице. Нету боли нету. Одну операцию сделали, остальное затихло.
Вот было у меня. Значит, у тебя уже все нормально. Вот с глазом сейчас я ходил. В операционном уже все. Я говорю, у меня перестало болеть. Болеть не стало, я ушел. Уже завели в операционную, все готово, только ложись. Но все стали молиться, у меня ночью полное исцеление. Опять лет болел глаз. Живой Бог. Он слышал. Но я вижу, слышь, я смотрю твои каналы. Я видел, как тебя отвезли с Потеряевки в больницу, как ты был там у врача, как тебя этот твой брат. Что-то затормозил. На прием, это я все видел. Ну то, что ты отказался, как бы, ну, ты поверил, что тебя Бог исцелил уже, это уже твое право. Зачем же я пойду, когда исцелил Бог-то? Какой я тогда буду? Нет, если у тебя действительно все стало на место, то действительно в этом что-то есть, наверное. Наверное, в этом что-то есть, дед. А откуда же нам знать, есть или нет? Главное, ничего не болит. Радость. Я встаю такую рань, я даже нужды никакой нету. Дай Бог. Дай Бог. И Господь дает. Я сам слышу, хорошо. Я тоже с Украины, с Харькова, может, слышал такой голос. В Харькове, в вашей национальной библиотеке, все мои 38 томов. В Киеве. В Николаевске, в Одессе. Книги, которые я развозил по библиотекам мира. 650 городов посетили. От Владивостока до Лиссабона. Слышь, дед, а как сейчас поживает вот это? А следишь за его судьбой? А кто? Ничего не слышно. Замерло. А про кого спрашиваете? Это с Украины, да? Никита Колесников. Ну, Никита у вас был, который с Украины стоит. Он уехал в Борисполь. 5 лет прошло, его теперь в армию не призовут. Не, я знаю, чем он занимается. Ну, он пошел на работу, на одну, другую, там обманывает. Он, ну, как-то не ладится у него. Но он сейчас занятия там ведет. Велосипед поставил только, его украли. Я знаю. Слышь, но он с вами общается вот так по скайпу. Нет, не выходит он. А только я знаю, что в занятиях он есть. Мы иногда, я много материалов сбрасываю по скайпу. Много. Новые материалы, я стихи свои сбрасываю. Я знаю. У меня 3467 стихотворений по 9 куплетов. Слышь? Что-то вас заклинивает все время. Вот я у вас сестра. Ничего не заклинивай, да. Смотри, а у вас там есть сестра? Нет, вообще не работает. Как же это не у нас, это у вас там что-то. Это у вас там что-то это искрит. У меня очень хорошо работает. А. Сейчас зависает, да? Зависает, и изображение у вас такое слабое, туманное. И притом вот так стоит, потом дернется. А когда стоит, в это время от вас ничего не слышно. Плохо. Ну хорошо, может это интернет такой, дед. Вы смотрите. Смотреть, когда будете, вы найдете нашу беседу. Она может быть завтра стоять, а может через 10 дней. Ну хорошо, слабый сигнал просто интернета. Да. Слышь, а я что хотел спросить, может сейчас нормальный сигнал будет, или хотя бы будешь меня слышать? А вот эта ваша сестра в общине, как же ее, подожди, у которых вот это детей много, как же ее? Как ее зовут, скажи, я забыл. А кого? Про кого говорите? Ну, сестра вот эта, которой надо собрать деньги и помочь газ провести. Как же ее? Которая умерла и которые ребятишки остались? Да нет, вот там детей много, девочки там. Ну какой-то напомнить, что. Которая тебя возила в больницу. Или в краевой суд ты с ней ездил. Как его зовут? Забыл. В больнице у нас сейчас никого нету, только старые все. В краевой Барнаул ты ездил с ней. Сестра эта, как ее? В Барнаул я ездил к ней. Ну а к кому? Как она ведет себя? Какие-то как ее зовут?
Кого? Что дайте приметы какие, я пойму, о ком речь идет. Да сестра, она возила тебя в Барнаул, вот этот, в краевой суд. И как же ее? Галина? А, все. Да. Да, да. Галина, слышь, Галина, а ее муж, я смотрю, что ее муж не приходит к вам на собрание, да? Да, он посещает старостильных греков. А-а-а. То есть он вас не признает? Нет, он у нас в диакона рукоположен, признает. Но он вот так вот, старый стиль там, чтобы был. А мы на это не смотрим, старый стиль. А он пошел. Так у нас православие там, патриархия-то тоже старый стиль. Да на новый-то не перешли еще. Ну, то есть вот такое дело. У нас отношения сохранились хорошие, все. Я знаю, я просто смотрю, что Галина приходит к вам на службу туда, на собрание и с детьми, а его никогда не видел, понимаете? А он привозит на машине другой раз привозит, тут же бывает. А он ее привез, а сам поехал? Да, поехал, где-то собирается, я не знаю, их Потеряев, он ребятишек привозил, а остальное время она сама их привозит. Ну я понял, а я думаю, куда же он, никуда. Она все время одна? Он посещает православную старостильную греческую церковь. А что вы не смогли, а вы его могли ж как бы с ним провести беседу? Да, конечно, беседовали не один раз. На свою сторону, он мне это не идет. Да? Они увидели, что мы к русской зарубежной церкви относимся, и когда пошли на сближение, они увидели, что фотография патриарха Алексея II с лавром сидит, и они забунтовали. А мы на это свободно смотрим. К нам приезжает митрополит, патриарший, служит. Я понял, дед. Ну смотри, ну ты вот это, что я тебе говорил, что эти батюшки, да, которые в церкви ведут, ну батюшки, да? Да. Что они бандюки и мародеры. Ты против этого, да? Конечно. 100%. Где-то кто-то, может быть, один-два есть, а так нет, так нельзя сказать. Подожди, 1-2 есть это типа как твой брат, 1-2, а таких как мародеры и бандюки, их в основном все такие, понял? Я не знаю, вот здесь епархия, и к нам, которые приезжают с архиереем, ну я знаю их. Все нищие, пешком на велосипедах приезжают. У них ничего нету, батюшка что-то дает там, у них нету. То, что бедные, они бедные, на великах ездят, как ты. Ну они бедные, действительно они бедные. Сельские, которые батюшки, они едва концы с концами, да еще их потеряют. Сельские, да. А у нас наши... Сельские, может и да, а вот у нас харьковские, у них там мама не горюй. Ну мне зачем смотреть на этот, а они за себя ответят. У них здоровье меньше моего. Я тебе просто говорю, для общего развития. Они едят мясо, пьют. Я не ем, не пью, мне легко и свободно. Они завидуют нам. То есть они обманывают сами себя, да? Видите, они не могут купить за деньги ту радость, которую я имею. И у них нет этого. Они всего боятся, чтобы не сказали. А я прямо патриарху все пишу, говорю. Путину написал, генеральному секретарю в ООН написал. Для меня нет этих преград, а они боятся везде, как бы еще не было. Ну да. Ладно, дед, все, давай, хорошего дня. Я слежу за вашей жизнью, за вашим этим общиной, за вашей. Давай, всех благ. Ну вы видите, как у нас люди одеты, какой порядок, как в храме стоят. Я все вижу, все нормально, каждому свое. Сейчас... На этой неделе я выставлю полное богослужение у нас. И вы посмотрите. Ни в одном храме такого нет порядка, как у нас. У нас даже ногами не переступают. Полная тишина. Торговли нету. С тарелкой не ходят. У нас ничего этого нету. Мы просто молимся. Радуемся, благодарим Бога. И после этого сразу собрание. Ладно, дед Игнатий, давай. Всех благ. Да. Хорошего дня. Ну, слава Христу. Я вам сейчас пошел. Материалы сейчас скину свои, кое-какие. Хорошо, спасибо. Все, пока. Володя, привет. Володя, привет. Давай, он работает. Спасибо, спаси Христос.
Спаси Христос. Хорошо. Володя работает, наверное, да? Хорошо. Сейчас один. Он на работе сейчас. А я понял. Ну давай, дед, все, всем благ. Платят, он тут кочегаром у нас работает, ему тоже платят. Ну дай Бог, хорошо, спасибо. Да. Во славу Божию. Давай, отключайся. Давай, отключайтесь.